Если нам расскажет Дмитрий Кречет, или как по-белорусски Змитцер Кречет. Прошу приветствовать. Я рад приветствовать всех собравшихся. Коротко расскажу о сути моей программы. Она называется «Гать». Гать вообще это такое специальное приспособление, которое в старину прокладывали через болото, чтобы в них не утонуть и спокойно ходить через них. Соответственно, моя программа называется «Гать» по той причине, что музыка, исполняемая сегодня, она помогает пройти вот через болото забытия от древности до наших современных дней. И, соответственно, сегодня будут только импровизации. На инструментах из России, Беларуси, Болгарии, Словакии, Хорватии. Ну, начну я с инструмента, с гусли. Я много рассказывать о каждом инструменте не буду. Если возникнут вопросы, подробно на них отвечу. Ну, будут гусли крыловидные, белорусские. Теперь перейдем к такой небольшой круто новой музыке флейтовой. Сыграю.
такие импровизации на словацкой концовке. Импровизация будет на глиняной флейте. Ну, сейчас принято называть ее окариной, но называется она свистуха. Следующая импровизация будет исполнена на белорусском варгане, который называется «Дрымба».
книги валяются где-то. Следующим инструментом, который у нас прозвучит, будет свирель. Свирель болгарская. Ну, идея ее родилась сравнительно недавно. Я подумал, а что будет, если одновременно поиграть на словацкой концовке на болгарской свирели? Будет исполнена на поперечной флейте, которая в наши дни сохранилась только у хорватов. Thank you.
Теперь еще один варган, тоже белорусский. Инструмент просверель называется. Похож на поперечную флейту, но по сути дела вес прогольный. И похож на славскую концовку. Теперь будет белорусская свирель.
еще одна такая свирель. Поменьше чуть-чуть. Тоже она, кстати, белорусская, но сыграю сейчас немного так, такой украинской стилистики в карпатской. Следующие два инструмента прозвучат сразу вместе. Thank you.
такая вот долгая такая композиция. Все свирели практически успели в ней поучаствовать. Ну, теперь можно еще к одному варгану перейти. Тоже белорусский, самый большой. Перед варганом были в совокупности свирели, там по две штуки. А тут будет сейчас инструмент, который сразу замечает в себе свирели две.
Вот такой вот инструмент, называется панфлейта, кугикла, цивница, много названий, русский инструмент. Еще один варган, на этот раз уже не белорусский, а русский. Снова немножечко поиграет на гуслях. Thank you.
снова немного поиграем на свирели. Еще один русский варган. Снова две свирели. Thank you.
еще один орган, на этот раз словацкий. Называется «Дромбля». Еще одна болгарская двойная свирель. Словацкий. Thank you.
очередь наконец-то дошла до Волынки. Это Волынка родом из Беларуси, называется Буда. Thank you.
сейчас снова туда. Сыграли на болгарской свирели, но в таком немного необычном строе. Для современного слушателя он непривычный, он называется фригийский. Thank you.
Ну, сейчас будет не импровизация, я так вот решил внезапно. Сейчас я сыграю несколько традиционных белорусских мелодий. Отвечу с радостью. Можно спросить, а чем отличается варган белорусский, допустим, от русского? Отличие варганов, оно, в принципе, такое очень сложное. То есть, в принципе, варганы всех народов друг на друга похожи. Но, вот, например, мои русские варганы, у них деки сделаны из меди, а у белорусских сделаны из стали. Ну и форма, конечно же. У белорусских вот, единственная форма, которая есть, это вот кольцо, круг. Там, где язычок заканчивается. А вот, например, вот эти русские, ну вот могу в сравнении показать. Ну вот. Вот белорусский, в левой руке круглое кольцо. Русский вот такое овальное. Но хотя в некоторых регионах России, потому что эта страна-то большая, и Северо-Восточная Русь, когда она уже была большой, соответственно, где-то были и такие же круглые, и даже там близкие таким восточным формам, такие немного треугольные, трапециевидные. А по звучанию чем-то отличаются? Принципиально? Ну, принципиально вообще по способам игры практически ничем не отличаются, ну, разве что вот материалы, форма, они дают конкретный тембр. Ну, соответственно, вот можно для сравнения, я думаю, было, наверное, плохо видно. Вот словацкий, например.
Вот, это один вот такой, такая форма буквы D, а другой вообще такой плоский и наконечник голова коня. Ну, у каждого народа свои формы, и, соответственно, механика звука, вот именно как звук распространяется и дает такие небольшие краски. Но, опять же, где-то вот язычок тоньше, где-то язычок толще. Это все вот такие региональные отличия. По сути дела, вот варган, что он у русских, у белорусов, у французов, допустим, вот гимбарды, что у тюркских народов, вот эти камусы, кубызы, по сути дела, они особых отличий между собой не имеют. Спасибо. А еще можно узнать, вот инструмент, на котором вы стучали, это чей? А, это такая русская, ну, даже не знаю, как сказать, русская игрушка-инструмент. То есть в основном такие инструменты, они были созданы для детей и, соответственно, особо распространены не были. Но в наши дни, в наше время всякое бывает, всякое случается. Соответственно, те, которые люди никогда на них, на таких инструментах не играли, играют. Ну, в смысле, в традиции имею в виду. Опять же, вот как я вот играл на панфлейте, на кугипелах, вот именно такой вот разделенный инструмент, он был характерен только для русских женщин. И другим было зазорно даже играть. А вот у соседних народов, это украинцы, белорусы, хорваты, там скрепленные инструменты и играли мужчины в основном. Вот такие вот различные особенности бывают. А вот этот инструмент, про который вы спрашивали, он просто называется щелчкан. Но, возможно, это современное название, я точно этого не знаю. Вы сами инструменты делаете? Нет, я сам инструменты, к сожалению, пока не делаю. Заказываю различных мастеров. А вот из какого дерева делаются свирели ваши? А, ну, могу даже показать. Вот эти вот свирели 4. Вот это все береза. Причем их, ну вот хоть я их называю белорусскими, но они белорусские только по строю, а мастер, который их делал, проживает в городе Зеленогорске. Ну, соответственно, березы в нашей полосе широко распространены, почему бы из них не делать. А вот другие, вот, например, болгарская свирель, вот она сделана, если я не ошибаюсь, по-моему, из ясеня. А вот болгарская двойная свирель, она сделана из сливы. Ну, вот у них, в этих там более таких южных славянских странах, у них дерево, ну, не такое, как у нас, естественно. И вообще вот они делают то, что у них очень распространено. Вообще вот в тех широтах фруктовые деревья, слива, абрикосы, груша, вишня, вот такие распространены. Ну вот в частности, например, вот поперечная, или это поперечка, она сделана из... Из чего же она сделана? Она, по-моему, сделана из тоже ясеня. Но она сделана в России. Вот этот инструмент, он из красного дерева сделан. А гусли? А гусли, они сделаны из хвойных деревьев. Вот что-то там с одной стороны сосна, а с другой стороны елка. Вот а что конкретно, я не помню. Мастер не говорил, где у него сосна, где елка. Но насколько я понимаю, что вот эта вот сторона задняя, вот она, по-моему, все-таки из елки. Все остальное сосна. Ну, струны, естественно, обычно металлические. Струны гитарные здесь поставлены, колки фортепиано. Ну, раньше, конечно, все это делалось полностью вручную. А струны из чего струны? Раньше струны делались вот вообще, вот несмотря на сколько раньше. Если взять века этак до 9-го, то струны в основном делались либо из жил, сухожилий, либо из конского волоса. Вот, например, есть... Инструменты даже до наших дней сохранились, вот их делают в Сербии, в Хорватии, в Болгарии. Там, ну это смычковые инструменты, хотя называются гусли. Вот такой вот небольшой парадокс. Там волосы, вот именно, там именно конский волос, струна до сих пор. А вот в северных регионах, вот Россия, Украина, Беларусь, Польша, там везде вот от сухожилий и конского волоса перешли к металлическим струнам. И, собственно, когда на гуслях стали струны металлические, их стали называть звончатые. Потому что сразу звук другой, не мягкий такой, более звонкий, иногда местами даже на колокола чем-то похожий. В
ну, в наше время в основном мастера ставят все-таки металлические струны, но встречаются даже те мастера, которые, ну, больше к аутентике как-то стремятся, они ставят также, ну, по просьбе заказчика, естественно, ставят и конские. Конские волосы восплетали как-то или... Прям... Да, его как-то сплетали, то есть там был не, ну, естественно, брали волоса, ну, как, вот как смычок устроен, тут примерно так же, только меньше волос. И вообще изначально был такой инструмент, вот брали лук, там тетива натянута, как правило, тоже из волоса была, или из сухожилий, и второй лук, и один от другой уже звучание, уже музыкальный инструмент комментированный. Ну, собственно, струнные инструменты, они вообще все прошли от музыкального лука. Это на один лук натянули несколько штук тетивы. Сколько там струн? 10, да? Здесь 9 струн. 9? Просто я интересовался гуслями у мастера, спрашивал, у него 10 было. А это на самом деле это зависит от того, какую музыку человек хочет играть, какой ему диапазон нужен. Там же от числа струн зависит в основном немного. Чем больше струн, тем больше возможностей сделать строй нужный. Потому что вот бывает у меня нот идет подряд, а бывают гусли, где некоторые ступени пропускаются, и, соответственно, за счет этого полный звукоряд немного так на пару-тройку звуков выше. Соответственно, для этого и бывает больше струн. Но стандарта, то есть струн никакого нет, да? Стандартный вот это миксолидийский, это фактически мажор с седьмой по нижней ступенью. Ну, это вот современный стандартный строй. В древние времена строй мог быть любым. И вообще на гуслях было от 3 струн. Вот найдено самое меньшее, именно 3 струны. Самое большее, ну, на самом деле, это фантазия не ограничена. Струны там не прижимаются, ну, по звукоизвлечению, а просто глушатся. Да. Просто пальцы... Ненужные струны, да, просто убирают. Ну, можно, там, опять же, есть разные способы заглушки. Можно на струны, можно между струнами пальцы. Ну, это, опять же, от конкретного исполнителя зависит. А какие вы белорусские мелодии играли? Я вот знала, по-моему, тут «Касавка Бетеншка», да? Да, это было последнее. А тут его играл «Польку Литвинку», «Анёла». Из «Старой Ольсы», да? Кого? «Анёл»? Ну да, «Старые Ольсы» играют эту композицию. Дальше «Удовец» тоже «Старые Ольсы» исполняет «Привитальный танец» 16 века. А дальше. Дальше была «Тетерка», ну такой даже дударский гимн, наверное, сейчас считается, потому что практически все дудары, которые в Беларуси живут, на всех дударских фестах исполняют вот именно ее, как некоторый гимн. Ну и вот последняя была «Савка да Гришка». А вы тоже в фестах участвуете? Я в таких мероприятиях пока еще не участвовал, ну, далеко очень ехать. Ну и пока что, может быть, где-то в будущем, года через 2-3 попаду туда. Вот вообще, что могу рассказать, допустим, вот конкретно о дуде. Вот такая вот конструкция, где вот жалейка, игровая трубка, ну, она стандартно у всех волынок висит здесь. Ну, дубник тоже здесь. А вот так, чтобы бурдон, вот этот вот, висел вниз, это только белорусская традиция. Другие народы, другие страны, ну, не знают таких инструментов. Ну, еще в Литве и в Латвии частично такие инструменты были, но эти регионы когда-то входили в те же губернии, которые сейчас в Белорусской области. Поэтому там сохранились. А в других как? А большинство вообще волынок, у них бурдон идет вот так вот, вот отсюда, вот здесь вдувная трубка, и бурдон идет вот параллельно ей и кладется на плечо. Это вот некоторые варианты русской волынки, но их точно не найдено, но по всем картинкам у русской волынки бурдон на плече. У центрально-украинской на плече, вот у западно-украинской, прикладской в бок. У многих хорватских, чешских, частично польских волынок тоже бурдон вверх идет, а у других в бок идет, а вот у некоторых, вот болгарские волынки, у них он вот немного так в бок и вниз. А разница в звучании есть? Вот, вообще, вот конкретно расположение бурдонов, естественно, никак не влияет на разницу. Ну, можно сюда определить, можно сюда. Число поступаемого воздуха это никак не изменится и на трость влияние не окажет. Но разница достигается в основном вот, и разное дерево, разные, по-разному немного отверстия вырезанные, способы игры разные. Поэтому, в принципе, ну и бурдон это такая уникальная вещь, ее можно сделать любой.
Соответственно, обычно зависит звучание от того, к какой ноте вот на жалейке, на чантере, будет построен бурдон. Вот здесь вот в октаву к первому звуку жалейки. Но это вот даже в рамках белорусской дуды, это традиция 20 века. В 19 веке бурдон был еще длиннее и давал две октавы к четвертому звуку жалейки. Соответственно, этнофония была совершенно иная. Ну и сейчас мастера делают и так, и это все, опять же, от музыканта зависит, как он хочет играть, так и заказывает. Ну, что вот можно сказать уникального? Вот, например, на белорусской волынке можно играть белорусскую музыку, латышскую музыку, русскую музыку, да, и даже шотландскую. Хотя вот шотландская волынка, она немного, ну даже, я бы сказал, не то, что немного, она сильно отличается от белорусской конструкции, и даже трость внутри другого типа, а звукоряд примерно такой же. Но в такие, если брать совсем древние инструменты, то там, и даже сама жалейка, чантер, там бывало так, что какие-то ступени пропущены, какие-то, наоборот, добавлены. У южных и западных славян в чантере бывает сразу два, а то и три канала, соответственно, на одном, ну, где-то 6-7 отверстий, на другом 1, 2, 3. Это вот именно такая их традиция. Ну, бурдонов может быть один, ну, бывают волынки вообще без бурдона. Бывают однобурдонные, двухбурдонные, трехбурдонные, четырех. Ну, это уже большая редкость 4. А вот мастер, который делал мне вот эту дуду, он говорил, что встретил какого-то деда на рынке, который рассказал о 7 бурдонных дуде. Ну, это, конечно, представить такой большой мешок, во все стороны торчат палки, и дыхание нужно очень мощным, чтобы на этом сыграть. Но сам он не видел такой инструмент, и, наверное, уже никогда не увидит, потому что, ну, и дед таинственный, и где эта дуда сохраняется, никто не знает. Ну, ради интереса же можно сделать, но... Можно попробовать сделать, но там уже... Такой аспект, что какие они именно должны быть. Может быть, там на каждую ноту по одному звуку, соответственно, они все затыкались, ну тогда все просто и понятно. А может быть, там как-то хитро это все выстроено. Проще всего вот именно с такими простыми сосверелиями, с абертоновыми флейтами, которые от бурдона никак не зависят, и там уже фантазируй, играй как хочешь. Ну, вот так. Ну, наверное, уже года 3. А у вас музыкальное образование? Да, есть. А с чего вы начинаете? Из, вот именно из народных? Нет, вообще. Вообще по образованию я пианист. Ну, а из этих инструментов, которые здесь, я начинал вот с этой свирели. Она была, так скажем, первая, она была толчком. Ну, за время игры некоторые инструменты я уже обменял, заменил на другие, более новые, более качественные. Вот, например, дуда, у меня вторая дуда была еще до того дуда. Ну, вот в Красноярске она нигде не звучала, а в других городах людям довелось ее послушать. Но сейчас на той дуде играют в Смоленске. Ну, а это более, ну, как скажем, здесь более богатый диапазон. В том плане, что можно играть полутона в нескольких случаях, и на бурдоне можно понижать, повышать ноту. Ну и, соответственно, и сам звук качественнее. Там и трости лучше, и каналы лучше сделаны, ну вот так. Ну, вот, например, а вот свирели, вот сколько на них играю, но лучше еще ни разу не встречал. Даже пробовал других мастеров, в магазинах некоторых пробовал. Ну, вроде хорошо, но не то что-то, не родное. Вот обычно инструмент так и выбирается. Поиграл, понимаешь, что это твое или не твое. Вот если это не твое, то достаточно легко, кстати, найти. Ну, долго, но покупателя на такие инструменты можно найти. И вот некоторые радуются, да, что вот это их, например, инструмент. Ну, кстати, еще вот у меня один орган есть. Вот он тоже продается. Украинский орган вот такой вот. Он сделан, правда, по образцу больше венгерских, но
Венгрия и Западная Украина, вот Карпаты, Буковина, это регионы культурной общности, так скажем. И вот этот ураган чем хорош, он очень был бы, он очень полезен для начинающих, потому что его к зубам можно не прикладывать. Уже будет звучать. Можно не прикладывать. Да. А вот скажите, пожалуйста, белорусов вот, не используют балалайкой? Нет. Из таких вот инструментов, где несколько струн и возможности, ну, на каждой струне играть немного нот, в Беларуси вот это в основном цистры, которые пришли из Западной Европы. Ну и частично лютни. Балалайка характерна только для России, и, собственно, это даже традиционно не русский инструмент. Он пришел от тюркских народов. Просто мультик белорусский есть, как Жужужа и Алпана, там герой на балалайке играет. Вот, мультипликатор вообще не... Потому что он не на белорусском инструменте. Ну да. Но... Так получается. Балалайки, они тоже распространились. Ну, они там не очень популярны, но туда они попали вот уже в конце 19 века, когда в России та балалайка, которую Василий Андреев сделал, стала очень популярной, распространенной, стали на них многие играть. Беларусь, когда тоже входила в состав Российской империи, естественно, люди где-то приезжали с рынков, с торгов, привозили, но не прижилось. А вот, например, гармошка, которая тоже, она не славянская, ее придумали в Германии, она в России распространилась, очень много вариантов, Беларусь проникла, чуть не убила дуду, можно даже сказать, немного убила, но потом, в течение, ну, 20 лет где-то дуда была мертва, и потом уже начали ее восстанавливать. А вот русскую дуду гармошка напрочь убила. То есть ищут русскую волынку, русскую дуду, и найти не могут. Есть какие-то гравюры, зарисовки, свидетельства, какие-то музейные экспонаты, но одна вот оказалась... Именно белорусской традиции висела, по-моему, в музее Глинки в Москве. Она оказалась белорусской. Переместили. А так, в принципе, вот волынки, они у всех славян свои сохранились. Ну, разве только что украинская волынка, вот западноукраинская, она, пока там есть мастер такой Тофейчук, он ее пока делает, пока они есть. А центральноукраинская, похожая, кстати, вот на русскую, ну, там есть некоторые конструктивные различия. Вот ее сейчас уже никто не делает. Последний мастер вот несколько лет назад умер. Ну, я думаю, что, скорее всего, будут также вот возрождаться такие инструменты, потому что примеров очень много. В Швеции есть своя волынка, называется сакпипа. Вот где-то примерно в 20-х годах 20 века она исчезла. В 40-х годах на ней уже снова вовсю играли. Ну, причем так, один мастер был таким фанатом своего дела, он ее нашел в каких-то ящиках стола, восстановил, он сам был вообще скрипач, но на каждом своем концерте по одной-две композиции на шведской волынке играл. В Беларуси подобная была история, вот где-то в 57-м или 56-м году последний дудар умер, который традиционный, который на традицию непрерывная была, а в 70-х годах уже начали восстанавливать. Я думаю, что такие процессы... А, ну, собственно, вот в Германии тоже у них были дудализаки когда-то. Потом они исчезли на большой период. Это связано также и с гитлеровским режимом. Ну, не нужны были дудализаки тогда никому. И потом с раздробленной Германией ни ФРГ, ни ГДР это не нужно было. А после объединения Германии туда проникли шотландские волынки, немцы на них играли. И потом стали думать, а у нас нет такого инструмента, и начали искать, и нашли, и восстановили. Процесс очень, в принципе, позитивный и хороший. Причем вот дудализаки, на них играют сейчас практически вся Европа, и Восточная Европа, и в России играют. Но большинство российских исполнителей играют в основном вот или на шотландских, ну это там в западной части, в Московской области, в Европейской России. А другие музыканты в основном играют на испанских, галисийских гайтах. И такого, чтобы на славянских инструментах, на славянских волынках в России играли именно вот русские, представители русского народа, очень редко можно встретить таких музыкантов. Потому что многие инструменты их, это стилизация больше, чем реконструкция традиционного. А вот есть какие-то инструменты, ну, типично славянские, которых никого не видишь? Типично славянские? Ну, это на самом деле очень сложно сказать.
потому что, наверное, все-таки музыкальная культура, она же когда, она произошла примерно где-то, ну, когда вот произошла великая, так сказать, культурная революция 6 тысяч лет назад во всем мире, естественно, и тогда и начали и музыкальные инструменты появляться, и вот особенно инструменты, на которых были и рога животных, и кожа животных стала использоваться где-то. И тогда особой-то разницы между народами не было, и инструменты перетекали из одного в другой народ. Но вот из тех, что у меня, например, лежат, очень сложно сказать, что это типично славянский. Вот, например, про свирель, да, такой вроде как только в России из всех славянских стран он известен. Однако у него есть родственник в Швеции, Сельгифлёд называется. Волынки, они у славян есть, у западных европейцев, у южных европейцев, у турок, у арабов, у финно-угорских народов, у армян, у грузинов есть. Ну, тоже сложно сказать. Свирели тоже практически там вообще у всех народов, от Аляски и до Австралии, наверное. Варганы, вот разве что их только в Америке, наверное, у индейцев не было. Ну, я не знаю, но, по-моему, их у них нет. А такой вот инструмент, чтобы был только славянским, ну, наверное, сложно назвать. У словаков есть инструмент, называется фуяр, это такая длинная флейта, больше человеческого роста даже порой. Она даже сложна, то есть воздух идет сначала вверх, потом вниз. Вот, наверное, вот этот инструмент уникален. Это еще называется скифский рог, да? Ну, скифский рог – это на самом деле очень такое странное название. Они знают только в группе Веданковод. Но вообще это… Ну, я мундштук его не видел, не могу точно сказать, но он очень похож на обычную военную трубу и на такую более позднюю сурму. Сурма – это вот белорусское и украинское название такой большой трубы. На трембиту он похож. Но вообще подобные инструменты, они… Вот у тех же швейцарцев есть, это альпенхорн, такой длинный, 5 метров. Очень похож. Ну, вообще, очень трудно говорить о какой-то уникальности славянских инструментов, потому что славяне – это один из индоевропейских народов. Соответственно, инструменты многие появились именно тогда, когда индоевропейская общность еще не распалась на отдельные народы. Хотя, вот, например, индийские, иранские инструменты, они уже имеют какое-то отличие. Ну, то есть, видимо, вот тогда… Инструментарий-то и формировался, когда арии ушли на юг, а европейцы ушли на запад. Еще, наверное, много зависит от того, что все-таки если народ представляет оседлый быт или кочевой, тоже инструменты будут различаться. Ну, да, да, такое есть. Но, опять же, обычно разница-то была в чем? Что какой-то народ, вот он действительно, вот он сидит, у него свой инструментарий чаще используется. А другой народ кочует и ездит, там, или хотя бы в походы военные ходит. У них другие инструменты, которые можно на коне играть на них. Да, более мобильные. Да. Соответственно, у них они больше развиваются, а у тех, которые оседлый образ ведут, у тех меньше. Но если вот очень сильно покопаться, то можно найти одинаковые инструменты у всех народов практически. Вот единственное, наверное, что у славянских народов нет, это инструментов с двойной тростью. Ну, такой, как у гобоя. Вот. Хотя все еще ведутся попытки найти такие инструменты. Есть некоторые предположения, однако пока еще точных данных нет. А вот в Западной Европе там наоборот, однотростевые инструменты практически до наших дней не дожили. И даже… И, соответственно, какие-то есть уникальные инструменты даже, например, у хорватов и у, по-моему, чехов. Ну, точнее, это даже, наверное, уникальность не конкретных народов, а конкретных мастеров. Они делают свирели тройные, даже четверные. Но это, скорее всего, вот именно уникальность конкретного мастера. В Хорватии это Степан Вичкович делает, а в Чехии Марик Гонда. Но насколько традиционны такие инструменты, но я сказать не могу. А так, в принципе, вот все инструменты, которые у меня есть, в том или ином виде присутствуют у всех народов. Ну, вот тембр именно свой. То есть строй и материал, из которого изготовлен, там, тонкости уже такие более технические. Вот, например, это, опять же, если взять дуду, вот, например, уникальность ее в том, что вот такие вот деревянные раструбы-роговни характерны только для белорусских волынок.
у других либо вообще раструбов никаких нету, либо это коровий или бычий рог. А деревянный только у белорусов. Хотя сейчас даже среди мастеров белорусских ведутся споры о том, что могли ли быть коровьи или бычьи рога в качестве раструбов. Ну вот некоторые мастера делают и играют на них, говорят, что все нормально, а некоторые говорят, ну вот мы видим только, что есть с деревянными, значит будем пока делать только из дерева. Ну, еще будут какие-нибудь вопросы? А можно будет подойти посмотреть? Да, да, конечно, можно. Спасибо большое. Ну, спасибо всем, кто меня слушал.